На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отваженный силен. У границ тайги дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Там живут и песня в том поругой, нерушимой крепкой семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою сметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Чались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И добили песня в том поругой всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Еду, 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 письма раздаю. Не сходя с велосипеда, я с улыбкой всем пою. Не скучайте, получайте, кто зажался, кто влюблен. Письма нежные, родные, деловые, заказные, всем вручает Каритоша, аккуратный почтальон. Любовь и радость, и дыхание весны. Из Москвы и Ленинграда, и со всех концов страны. Здесь конверты разной масти, и газетные листы. В этой сумке смех и счастье, и надежды, и мечты. Не скучайте, получайте, кто дождался, кто влюблен. Письма нежные, родные, деловые, заказные. Всем вручает Каритоша аккуратный почтальон. Я берусь письмо доставить, чтобы в срок оно пришло. Я хочу с собой прославить почтальона ремесло. Не скучайте, получайте, кто сорвался, кто влюблен. Письма нежные, родные, деловые, заказные. Всем вручает Каритоша. Аккуратный почтальон.